Меня зовут Кан Ён. Я из Китая и учился аспирант Белорусского государственного университета физической культуры. В Китае я учился в Хэнаньском университете. Хэнаньский университет и ПГУ являются дружественным партнером. После окончания университета мои китайские преподаватели советовали мне продолжить обучение в Беларуси. Я считаю, что в Беларуси высокое качество образования в области физической культуры, спорта, туризма. В нашем университете работают профессиональные преподаватели, у которых есть богатый опыт работы с иностранными студентами. Я запомню красивую белорусскую природу, чистый воздух, добрых людей и достойное образование. После защиты диссертации и получения кандидатской степени я планирую вернуться в Китай работать в университете преподавателем физической культуры. Своим студентам я обязательно буду рекомендовать белорусские университеты, а также буду помогать в сотрудничестве между нашими университетами. В Беларуси у меня появилось много коллег и друзей. Я очень благодарен им за помощь, поддержку и опыт. Если я въеду, я буду скучать по Беларуси, но я надеюсь, что у меня будет возможность еще раз вернуться в Беларусь. Спасибо.